Ученица Серковской школы Полина Гузей в отряде ЮИД состоит год. За это время удалось узнать многое о правилах поведения на дорогах. И уже сегодня Полина готова продемонстрировать свои знания и навыки на слете юных инспекторов движения. Как она признается сама, с выбором дела жизни уже определилась. Мечтает связать судьбу с ответственной и очень важной профессией. Работала бы в ГИБДД, следила за дорогой, чтобы все соблюдали правила. Сегодня в округе насчитывается свыше 120 отрядов ЮИД. Их деятельность – неотъемлемая часть профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Так, по статистике, наблюдается снижение ДТП с участием детей и подростков. Основная наша цель – это профилактика и снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Сегодня в этом слете принимает участие 456 человек. Дети с удовольствием делятся своими знаниями, получают опыт, делятся им со своими сверстниками. Та работа, которая проводится ребятами, она видна невооруженным глазом. Очень приятно наблюдать на улице, когда обучающиеся из наших школ держат маму или бабушку за руку и говорят: «Бабушка, красный свет горит, нельзя переходить дорогу». Первый в наступившем 2019 году слет собрал в центре «Лесная сказка» 38 отрядов школьников, учеников с 4 по 9 классов. О том, что аварии на дорогах проще предупредить, нежели ликвидировать, всем этим ребятам известно с юных лет. И вот теперь им предстоит продемонстрировать свои знания, правил дорожного движения, навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП и многое другое. Всего ребятам необходимо выполнить 9 заданий. Один из конкурсов – дорожная разметка, где нужно расставить правильно дорожные знаки. Слет проходит при поддержке Комитета по образованию администрации Щелковского района, отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская, 4-й роты 2-го полка ДПС «Южный». Стоит отметить, щелковские школьники активно включаются в совместную работу с госавтоинспекторами, пропагандируют правила безопасности на дорогах, проводят профилактические беседы со сверстниками, подают пример и взрослым, зачастую правилами дорожного движения, пренебрегающим. Уровень детского дорожно-транспортного травматизма, он снижается ежегодно, но это нашими совместными усилиями достигнуто. Работа в отрядах – это изучение правил дорожного движения, это изучение навыков безопасного поведения на дороге и отработка их в практической деятельности. Да, у нас существуют автогородки. Один из них у нас в городе Щелково, в парке, это стационарный городок, где мы проводим практические занятия. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».